Всем привет, с вами Марс. Я заметил одну интересную хрень. Как только я сказал, что играл в лоды, меня начали спрашивать, писать в личку сообщения, например, на каком сервере ты играл, почему бросил, за какой класс играл, в какой гильдии состоял, донатил ли туда. Ну, много разных вопросов. Я не играл в лоды уже около года. Состоял я в гильдии «Свободные». Это какая-то левая гильда. Ладно. Персонаж у меня был довольно хороший на свой уровень. Хотя, как видите, я весь всего лишь в зелени одетый. Но вещи у меня были офигенные. Я вам решил показать просто, что я играл. Это Джун, насколько я помню, локация. Так точно. Сейчас поздаем квесты. Блин, какая ностальгия все-таки. Это ПВП-локация. Насколько я помню. Да, так же как и Аскетеп. Ну, у меня еще есть мой конек. А в конце этого видео я попробую сходить на арену. Если меня там Вован какой-нибудь не успокоит, так я сделаю полноценный... Блин, надо показать этим ребятам, чего я стою. Так, долбим кнопки. Какие способности? О, быстро я его порешил. Да, я играю за эльфа-паладина, так как эта хрень еще прилетела ко мне. Что это такое? Ворона. Отлично. Я играю за эльфа-паладина. И покажу вам все его прелести. Я играю... Точнее, мой персонаж скачанный по особому билду. Тогда это был... Ну, год назад. Это был лучший билд для PvP. Поэтому сейчас мне вряд ли кто-то что-то противопоставит. Пробуем добраться до лагеря. Хотя я 29 левел, тут все вокруг 30 и 31. Так вот. Попробую добраться до лагеря. Тут мне особого сопротивления никто не составит, потому что... Ну, что это? Я хорошо раскачанный. У меня хорошая броня, хорошее оружие. У меня даже крылышки есть. Там мне с клана подарили. Кто не знает, клан Свободный был довольно-таки продвинутым. Сейчас я даже не знаю, где он. Раньше входил в десятку лучших кланов Вечного Зова. Да, кстати, я играю на Вечном Зове. Играл. И мне не хватает совсем фигни до 30 левела. Ну, думаю, сегодня-завтра я возьму этот... Эти два контура несчастных. Экспорт. Игра скучная, но я думаю, любую MMORPG можно назвать скучной. Кроме недавно я играл BS, не помню как расшифровывается, просто BS, корейская или японская RPG, но она в реале веселая была. Это единственная, наверное, MMORPG, после 6 часов которой она меня не выводила из себя. Тут я поиграю 2-3 часа, мне уже начинает болеть голова. И хочется пойти прорваться. Продрестаться. Какой-то кошмар. Слизни идите нафиг. Боже мой. Надо будет сходить в Аскетеп. И поместить имбов. Еще эти козлы. Как они меня доили на 25-м, на 26-м уровне. Это был какой-то кошмар. Ну ладно.
Если дальше вы будете меня долбать по этой игре, может быть, я сделаю там какие-то сложные квесты сюда подобавляю. Такую рубрику сделаю по лодам. Может, покажу, как... Это ж моя не основа, у меня основа был... Серь, забыл ник. Ну, не суть, у меня был друид 47-й, когда вкачали. Сейчас я знаю, 51 уровень есть. Так. О, блин. Какой-то список появился теперь. Ай, а хрен знает. Не. Я не знаю, куда я телепортируюсь, ребята. Что происходит-то? Куда я телепортируюсь? А. Переместиться. Ну вот. Я хочу переместиться в Новоград, в башню Айденуса. Я играю за Лигу, как вы уже поняли. Играю я паладином. Состою в каком-то сраном клане сейчас. Всадник, по-моему. Я уже давно никого не было. Ладно, никакого престижа, естественно. Интересно, а эти долбаные Атлантис так и остается? Крышей всего на вечном зоне. Ладно. Куда это я переместился? Какого хрена? Я опять на Джуна. Ладно, что-то непонятное с этим ТП камнем. Дали, ну ладно. Сейчас по-быстрому доберемся сюда и зайдем эти квесты все-таки, как я и хотел. Игра прекрасная и радует довольно-таки глаз. Никаких резких деталей, все так миленько, красивенько, мультяшно. Эффекты не такие, как... Блин. Так хотя в том же Карасе, там таких кувырков, такой лазерного шоу нету при атаке. Это просто милая русская MMORPG игра. По-моему, самая удачная русская. Так, идите сюда. Достали уже вы меня. Сбивают и сбивают. О, походу они меня убьют. Что, здесь тут много набежало? Хотя нет. Все-таки я ретро-паладин. И мне на вас насрать. Может, мне еще Вовик поиграть для канала. Вов я вообще не перевариваю. Конечно, я играл только на фан-сервере, там сразу 80-м уровнем, там пробовал бегать, играться и вообще дурить. Но не зависал. Так же самое L2. Первую линейку что-то. В L2 я вообще зашел на полчаса, посмотрел. О, блин, поделал парочку квестов где-то на полчаса. Да, на полчаса. Меня что-то так начало тошнить, потом я на каком-то квесте потерялся и выключил и удалил нафиг. Но надо бы вспомнить про БС. Сделать на него обзор. Думаю, админы БС-а порадуют. Но какого хера она виснет, а? Итак, тут у меня вылетела игра. Даже не знаю, что сказать. Дамы и господа, это Анлоги. Итак. Небольшой лут. У меня все заполнено. Непонятно нахер оно мне. Это все говно тут.
монет, предъявление монет. А что это подсказки? Какого хрена подсказки? Я знаю, что такое монеты. Так, это стоит хорошо. Я не богач, но когда-то донатил. Донатил ради тогда свеженьких рун. Да еще никто не знал потенциал рун. Да я тоже думал, что так херня чуть-чуть прибавляет там защиты и атаки. Потом, когда ввели 10 левела руны. А, блин, это было весело. У меня на этом персонаже стоят 3-го руны. 3-го уровня руны. И это довольно-таки страшно в PvP. В PvP вообще все страшно. Иногда есть такие ссыкуны, что говорят, нет, ты пацан, давай снимай руны. Говорю, иди ты нафиг, ты и так на 2 уровня сильнее меня. Что руны тебе снимать? Ну, есть такие, допустим, некроманты или лучники. Я на 29-м, ко мне подкатывает 31-й. Хочешь PvP? Вполне, чё бы нет. Снимай руны тогда, ссыкуны. Ладно, как я говорил в конце, где-то в конце этого видео я покажу вам PvP, постараюсь, если я найду кого-то своего уровня, 29-го, 30-го, что мне очень, потому что я не играл год, не, что такая-то поблажка. Ну, если меня не наденут, это будет в первую очередь стыдно. Ты да не мне, а тому идиоту. Ох, или дуре. Это как повезет. Белые крылышки. Помню, как я их выбивал. У нас были конкурсы в клане. Ну там золото вложи, помоги новичкам. Побегай туда с ними, побегай сюда с ними. Выбивать эти белые крылышки. Ой, блин. Как это было весело. Так, место силы, сколько я еще помню, белочка, говно. Так, что монетка, что такое? Но я вижу, дизайн лодок вообще поменялся, вообще совсем. Надо будет сходить. Еще как-то на аукцион посмотреть, может там вещички есть классные. Я люблю вещички примерять, искать, торговаться, донатить ради них. Это ж круто, когда твоя одежда самая лучшая на твой левел, когда тебе никакие мобы не страшны. Так, вот это говно крокодил, это говно крокодил, это мешок, мешок для квеста. Ладно, это крокодил, это тоже крокодил, тоже крокодил, не думаю, что они мне нужны. Так, это на 30-й левел ожерелье, не, подставщика. Это у меня будет скоро 30-й левел, это будет мое ожерелье. Так, ну, это цепочка для ремесла, непонятно нафиг. Так, георгиевская лента. Так, ну все, больше нема что продавать. Пойду по две квесты. Опять дадут лут, плюшечки. Непонятно нафиг. Да, я все-таки чувствую, Алоды меня не оставит сейчас, поэтому сделаю я, пожалуй-ка, серию, там, где посвящу ее чисто убиванию имперцев. Чисто, так, в пределах Асхитепа. Хотя в Асхитепе плохо. Ай, блин. Просто есть такая хрень, свитки, как... О, сдохни, котенок. Так, 15к, ну ладно, я садись. Так. Есть такая хрень, которая называется какая-то там Святая Справедливость, по-моему, или как.
Короче, на персонажа выше 30 уровня опускается три таких молнии, которые дамажат под 15к, по-моему. О, собачка сдохла. Или... Я не помню, короче. Убивает с одного удара, используя для этого свитка. Это очень страшное оружие, это типа, если какой-то там 40-й, 50-й левел решил пофыркать, знаешь, понты покидать, то ты этот свиток бахнул ему и все. Я неплохо одет, заметьте. Кто имеет 30 левела, давайте ПВП. Хотя, может я сейчас допонтуюсь. Так, ты перенеси-ка меня в башню, мне нужно в башню. Отсюда я отправлюсь, пожалуй, на арену. Сейчас найдем какого-то нубасика 30 левела. Там тебе хватает. Всегда любит 30 левела приходить на арену. Мол, я уже чего-то достиг. Так, вот мы пришли. И про лучников. Говорящий такой никнейм. Да, вот он стоит на носороге там. За бачка. Я знаю, ты там не просто так стоишь. Ну чё ты? Ты не понял, да? Ладно. Поймешь. Я тут. Ух ты, как вырубают тут людей. Ого, пацанчика. Да не бойся, я же всего лишь 29-й. С третьими рунами. Так, отлично. Как игры? А, вот, все, отпустила. Что, смотрим ПВП? Ай, как я туплю, надо хилиться. Скотина ты такая. Не, ну я его забью без особых проблем, просто говнина, он убегает от меня. Про лучников тоже не мафило. Ну где ты, давай, я тебя сейчас вычислю. Вот, попался, пацанчик. Так, еще на одну атаку ты мне. Давай. Ах, ты скотина. Ладно. Сейчас тебе это вспомню. Так, у меня половина жизни. Иди сюда, скотина. А что ж ты убегаешь-то? Слабак. Иди сюда. Ты задрал меня. Я сейчас убью. Все, прощай, парень, прощай, ты меня достал. Ну, после года перерыва нагибнул некого про лучников. Блять. Без особых усилий. Хотя, несмотря на то, что я так тупил, треснешь? Ты что, идиот? Я вообще-то пал. Или паладины уже умеют треснуть. Ладно, пофиг. Я не умею. У меня билд Трибоса, я не умею. Ну что ж, я вам всем показал, что я играл в Володы. Но в следующей серии я покажу своего 40-го левела. Если я найду ключи от аккаунта. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за вопросы.
Всем до новых видео. Пока-пока.